Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Актис». В студии Мария Бачина. Сегодня в выпуске. Выборы позади. Ангарская территориальная комиссия подвела предварительные итоги голосования. Результативная работа. Губернатор Игорь Кобзев налаживает контакты с партнерами при Ангаре на полях Восточного экономического форума. Всем миром. Двум маленьким ангарчанам с диагнозом ДЦП необходима срочная помощь. А теперь обо всем подробнее. Ангарская территориальная комиссия подвела предварительные итоги голосования. Избирательная кампания проходила в городе в течение 3 дней. Жителям предстояло выбрать депутатов областного законодательного собрания 4-го созыва. В городе нефтехимиков таким правом воспользовались около 40 тысяч человек. Все подробности в следующем сюжете. В Ангарском округе выборы 2023 года прошли спокойно и без значительных нарушений. Так заключила председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Шерстнева. В городе работало около 100 участковых пунктов, на которых трудились более 1000 человек. Их задача состояла в том, чтобы процесс проходил в рамках закона и был комфортным для голосующих. В этом году 39 участковых избирательных комиссий избирательного округа номер 7 были оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней – КАИБами. Обучение прошли 117 членов участковых избирательных комиссий, включая руководящий состав. Такая техника уже работала на выборах раньше, но именно эта модель КАИБов использовалась на территории региона впервые. Преимущество умной техники в том, что ее невозможно обмануть. Урны принимали бюллетени только со специальной печатью и типографическим шрифтом. Вместе с тем велся и ручной подсчет голосов. Для этого члены комиссии предварительно прошли необходимое обучение. Всего за период голосования избирательным правом воспользовались 39 212 ангарчан. Это каждый пятый житель Ангарского округа. Что касается итогов по 8-му избирательному округу. Большинство голосов набрал Игодинский Денис Васильевич. За кандидата проголосовало 11 476 человек, или 59,54%. Второе место занял Бринюк Сергей Алексеевич. Его результаты 3121 голос, или 16,19%. Лидерство среди партий на 8-м округе забрала «Единая Россия». За нее отдали свой голос около 54% избирателей. На второй строчке – КПРФ, а замыкает тройку лидеров – партия ЛДПР. По данным протокола окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа номер 7, мы видим следующие результаты. Лидирующие позиции занимает Кокошникова Антонина Владимировна. За кандидата проголосовало 9908 человек, или 49,23%. Второе место у кандидата Болгова Андрея Игоревича. Его результат 25,36%. Большинство голосов на территории 7-го избирательного округа также набрала «Единая Россия». За нее проголосовало больше половины избирателей Ангарска. Дальше по списку идет КПРФ и «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Наталья Хмелева, Дмитрий Новопашин. Местное время. В течение 3 дней жители региона выбирали депутатов областного законодательного собрания 4-го созыва. По одномандатным избирательным округам номер 7 и номер 8 в Ангарске уверенную победу одержали участник СВУ Денис Ягодинский и директор Дворца культуры нефтехимик Антонина Кокошникова. О минувших выборах наши корреспонденты поинтересовались у ангарчан. Ну, я не знаю, кто как выбирал, но я выбирала. И свой долг я внесла в нашу лепту нашего города. А как другие голосовали, я не знаю. Но считаю, что, наверное, наш город отличился только тем, что, наверное, 50%-то набрал голосов. Как думаете, достойные кандидаты? Ну, Кокошникова, я считаю, да. Я голосовала за нее. Я думаю, достойных, люди знают, кого выбирают. Вот маленькая вот такая, да, ситуация, а ее надо менять. Если они вот это все изменят, вот этих автобусников, автоколонны наругают, что человек еще не дошел до места, не схватился. Уже вот это все исправить, и тогда будет. Да, достойных, да, достойных. Я лично сама за Ягодинского голосовала, поэтому считаю, что достойные, да. Красные, я за них и голосовала. Поживем, увидим.
Конечно, она молодая женщина, пускай работает, если получится. Только лишь и всего. А так, я бы сказал, что очень мало людей ходит голосовать. Достойный. Ну, по крайней мере, я здесь не в этом районе живу, в 211 квартале. Он много сделал чего для нас. И нам помог. Мне, по крайней мере. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продолжает работу на полях Восточного экономического форума. Глава региона подписал ряд соглашений с крупными инвесторами. География взаимовыгодного сотрудничества при Ангаре с партнерами распространяется не только на территорию России, но и за ее пределами. Смотрим сюжет. В рамках Восточного экономического форума Корпорация развития Иркутской области заключила меморандум о партнерстве с компанией Blue Sky Kashmir из Монголии. Основная цель этого сотрудничества – создание фабрики по переработке шерсти и производству изделий из кашемира в Иркутской области. Для нас это такое новое направление. Мы бы хотели здесь посмотреть возможности использовать не только будущую там продукцию, да, но и вопрос обучения, создания производства, вот это все вот такое новое, что вы проходили в Монголии на ранних стадиях развития своего производства. Для реализации проекта сформирована рабочая группа, в которую вошли предприниматели из Иркутской области. Сейчас проводится анализ рынка шерсти и кашемира в регионе. Кроме того, Игорь Кобзев на полях Восточного экономического форума подписал соглашение о межрегиональном сотрудничестве с Кемеровской областью. Вы наш партнер, стратегический партнер, и мы всегда совместные проекты будем реализовывать. Серевенч определил основные направления нашей совместной работы. Я думаю, и научно-образовательный кластер сюда можно включить. И все вопросы, которые сегодня идут с продукцией наиболее добавленной стоимости от угледобывающих компаний. Документ о взаимовыгодном сотрудничестве предполагает обмен опытом в транспортной сфере, информационных коммуникациях, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре и других областях. Артур Чальчиди, Андрей Иванов. Местное время. Военные пенсионеры, мобилизованные и участники СВО по контракту будут получать 100% компенсацию военной пенсии. И это не касается основных выплат. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, в документе указан порядок выплаты ежемесячных компенсаций. Ранее правительство России утвердило постановление о перерасчете пенсии для контрактников. Как утверждают авторы документа, некоторые категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, смогут выбрать получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа. В детской областной больнице впервые прооперировали годовалую девочку с дисплазией суставов. По словам специалистов, при этой патологии кости связки и нервы развиваются неправильно, что может привести к тяжелым последствиям. Сложнейшее хирургическое вмешательство провели по методике немецких коллег с использованием нового артроскопического оборудования. Оно позволяет значительно сократить период восстановления пациента. Иркутские медики сообщают, что их дебютная в этом направлении операция прошла успешно. В южной части озера Байкал собрали 850 кубометров древесины. Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Экология». Территория оказалась захламлена после интенсивных дождей в июле 2023 года. Для расчистки задействовали КАМАЗы со специальными кранами, самосвалы и мини-погрузчик. Специалисты работали на территории площадью почти в 50 гектаров. До конца октября они планируют убрать еще около 250 гектаров побережья Байкала, Иркутского и Братского водохранилищ. В Боханском районе 16-летний автолюбитель пытался скрыться от полиции. Инцидент произошел в селе Середкино. Во время патрулирования сотрудники госавтоинспекции заметили «Жигули», двигавшиеся с нарушениями правил дорожного движения. Началось преследование. Но далеко лихач не уехал. Он не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. Спиртную продукцию употребляли? Нет. Только вот квас домашний пил. Больше спиртной напитки не было. Квас только пили, да? Угу. В каком объеме вы пили квас? Ну, прилично. С братом, вот, ну, литр, с младшим. Литра 2-3. Может, даже и поболее где-то.
Как сообщают в Главном управлении МВД по региону, у 16-летнего лихача, не имеющего права управления транспортным средством, обнаружили признаки опьянения. На подростка составили 5 административных материалов. Что может быть важнее здоровья ребенка – ДЦП или детский церебральный паралич? Это одно из самых загадочных заболеваний. Выяснить точную причину его возникновения порой просто невозможно. Двум маленьким ангарчанам именно с таким диагнозом необходима срочная помощь. Телекомпания «Актис» совместно с Советом отцов Ангарска запускает сбор средств на приобретение специализированного оборудования для Дениса Безбородова и курса реабилитации для Глеба Мягких. Подробности прямо сейчас. Глебу Мягких 9 лет, и все это время мальчик борется за возможность стоять на ногах. Когда малыш появился на свет, врачи поставили страшный диагноз – гидроцефалия. Мама Глеба Елена изо дня в день помогает ему бороться с болезнью. Но одного желания мало, ребенку необходимо минимум 3 раза в год проходить курс реабилитации в специальных медицинских центрах. Лечение ДЦП – дело не только длительное, но и дорогостоящее. Сумма необходима, ну, там в зависимости от дней. Вообще курс идет 2 недели, но ребенок, конечно, сильно устает даже за 2 недели. Можно необходимо даже 10 дней. То есть на 10 дней он как бы выдерживает. И все, мы вот этот курс проходим, потом через месяца 3 мы повторяем курс. Сумма, ну, от 120 до 150. Курс реабилитации состоит из массажей, грязевых ванн, лечебной физкультуры. После получения терапии у Глеба появляются значительные улучшения. Болезнь немного отступает. То, что мы проходим реабилитацию, это сказывается очень положительно. Хоть малейшими шагами, но все равно мы как бы стараемся. И для этого мы все делаем, все можное и невозможное. Прогресс идет. Вот мы ездим постоянно в одно и то же место, и очень хорошие специалисты нам помогают. Я результат вижу. 7-летний Денис Безбородов – настоящий фанат хоккейного клуба «Ермак». К сожалению, присоединиться к ребятам в команду он не может. У мальчика детский церебральный паралич и квадрепарез. Передвигается ребенок только при помощи мамы или папы. Несмотря на заболевание, полученное при рождении, Денис очень веселый и счастливый. Любит петь, слушать музыку и общаться с людьми. К слову, в этом году он первоклассник. Нам необходим стульчик такой, чтобы был многофункциональный, потому что, если посмотреть на это, который нам предоставляет социальная служба, они уже все, он из него вырос. Примерная цена специальной опоры для сидения стоит около 140 тысяч рублей. В семье Безбородовых работает только папа. Мама все свое время посвящает уходу за ребенком. Однако в выходные Денис с родителями посещает хоккейные матчи и болеет за любимую оранжевую команду. Для маленького зрителя всегда есть место на трибуне. Вот у нас, видите, настроение, космос. Мы надеемся на лучшее. С 21 по 24 сентября на льду Большой арены «Ермак» состоится серия благотворительных матчей. Напомним, в мае нынешнего года хоккейный турнир помог собрать для 8-летней Полины Войцеховской нужную сумму для приобретения специализированного оборудования. Очень надеемся, что неравнодушные граждане придут посмотреть на это мероприятие. Вход у нас свободный. Все возможные желание людей помочь детям в данной ситуации абсолютно добровольно. Собирать в этот раз мы будем не на номер телефона мамы, потому как их две, а на свои. После этого сумма будет пополам передана, сколько бы ни перевели. Ангарчане всегда отличались отзывчивостью и готовностью прийти на выручку. Любая сумма может помочь Глебу Мягких и Денису Безбородову приблизиться к нормальной и здоровой жизни. Анастасия Москаленко, Дмитрий Новопашин. Местное время. Ангарчанки завоевали 5 наград на соревнованиях, посвященных памяти Героя России Максима Пескового. Схватки по самбо прошли в Томске и собрали более 300 участников. Нашим спортсменкам удалось завоевать 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Большая часть девушек занимается в областной спортивной школе по самбо. Такие новости к этому часу. С вами была Мария Бачина. Далее вас ждет прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире на телеканале «Актис».